Хочу поздравить с наступающим Новым годом футбольный клуб «Кайрат», наших игроков, всех наших болельщиков, алматинцев. Этот год был насыщен на очень хорошие события. И нашей гордостью алматинцев является вот такая прекрасная база, которая создана для нашей команды. И я уверен, что в следующем году у нас предстоит универсиада, всемирная, зимняя, 28-я. И у нас много предстоит побед на разных полях. Поэтому желаем всем успеха, здоровья, счастья и процветания.